погодные условия Молдовы, засухи, наводнения. А они, да, засуха была жестокая, это все правда, да, но погодные условия, они не являются ничем новым для Молдовы, и при коммунистах в 2003 году была жестокая засуха, в 2007 году была жестокая засуха, и с этим правительство должно работать и справляться. Я считаю, что сегодня правительство, следуя указаниям Валютного фонда, это хрестоматийные указания, да? Вот сегодня они должны были бы держать и не выпускать зерно из страны. Ограничить экспорт. Нет зерна. Этого. Нет. Нету. А что мы будем есть зимой, весной? Мы запросили у правительства официально через письмо, есть зерновой баланс в стране. Каковы резервы? Ну хорошо, они говорят, резервы – это государственная тайна. Окей, но сказать, они достаточны или недостаточны, ты можешь? И что они есть? Куда уходит это зерно? Почему оно туда уходит, когда у нас засуха? Мои друзья, товарищи говорят, что сейчас вот кукурузу, да, не могли эти стебли срезать обычной фрезой, пришлось пускать комбайны. Комбайны собирают по 300 килограмм с гектара кукурузы, при том, что должно быть 6, 7, 8 тонн. То есть Слусарь и вся эта агрокомпания ихняя, да, инициируют протесты фермеров. Но там даже нет нормального требования. Что вы хотите? Олег Васильевич, давайте мы о протестах фермеров и о протестах вообще, потому что я думаю, это будут не единственные протесты. На мой взгляд, правительство сегодня не справляется с ситуацией.